Здорово всем, друзья, меня зовут Дима, это Максик. Мы для вас подготовили сегодня классную карту для фармоопыта. Каждый день на этом канале выходят новые видео, поэтому не забудь подписаться, обязательно поставить лайк, прожать колокольчик и написать коммент, если тебе зашло это видео, если тебе помогло оно и ты залутал на этой карте опыт. Все, давай покажу, что подготовил. Заходим в поиск, в поисковую строку, сюда вводим код 65664311-2847. Нажимаем Enter, нажимаем на картиночку на эту, потом выбрать и ставим частный режим игры, после чего нажимаем играть, чтобы загрузиться на карту. И не забудь зайти в магазинчик предметов, внизу нажать поддержку автора и ввести сюда мой код G-up. Вот так пишется мой код автора. Нажимаешь поиск, код фиксируется у тебя в магазике, и с этого момента ты будешь поддерживать меня всеми своими покупками. Спасибо тебе, дружище, за это большущее. Так, мы загрузились на карте. Смотри, вот эта карта, на которой мы сейчас участвуем в челлендже, который подразумевает кучу розыгрышей разных всяких прикольных. Там есть и скины, и эмоции, поэтому обязательно зайди ко мне в Discord-канал, ссылочка на него есть в описании к этому видео, и сейчас на экране ты ее видишь в виде QR-кода. Там в закрепе, в общем чате, все описано, как принять участие в челлендже. Здесь под инопланетянином сейчас мы нажимаем кнопочку между вот этими баннерами внизу и отправляемся в путешествие на вот эту карту. The Last Hero. Нажимаешь на баннер. Вот этот значок XP — это 100% гарантия, что на карте дается опыт. Вот здесь вот на настройки острова обязательно нажимаешь, ставишь частный режим и подтверждаешь. Все, когда стоит у тебя настройки острова частный, нажимаешь выбрать и просто ждешь, пока загрузимся. Так, дружище, мы загрузились на карте. Нам нужно с тобой пробежать вот сюда, вдоль стеночки, чтобы стенка у тебя была с левой стороны. Вот туда, где стоит вот этот большой круглый камень. Забегаем на холмик наверх и в кустах вот в этих находим карточку. Берем эту карточку. Теперь двигаем вот в тот край по диагонали к тому краю стенки. Забегаем здесь в кустики вот в эти. И тут кнопка есть, которая требует вот эту как раз ключ-карту. Заходим сюда, активируем вот этот таймер. Теперь возвращаемся обратно на остров для того, чтобы восстановить наше здоровье с вами и залутать оружие. Оружие будет падать с неба вон в виде аирдропа. Нужно будет его открывать и лутать. А хил можно с помощью цветочков сделать, либо в тех же аирдропах будет какой-то дополнительный хил. Все, лутаем. Обрати внимание, когда ты открываешь аирдроп, за это тоже дается опыт. Я сейчас 1526 опыта получил за открытие аирдропа. Просто офигеть. Естественно, всем по-разному дает, поэтому не рассчитывайте прям сразу на такую цифру. Тем не менее, давайте здесь поставим сейчас вот эту вот бочку, залутаем щит и вернемся обратно в ту же локацию. Только нам для этого нужно будет опять взять карточку. Смотри, также на этой карте за устранение любого животного дается тоже опыт. Вот сейчас 570 опыта получил за устранение раптора. Все, возвращаемся в локацию. Теперь ждем, пока закончится таймер. Итак, смотри, закончился у нас таймер. Теперь мы нажимаем на кнопочку возле дверки вот эту. И у нас открывается дверь в наше подземелье. Идем внизу, вот здесь сразу берем первым делом вот этот факел. Он нам нужен будет. И берем вот эту монеточку. Отлично, теперь мы с тобой возвращаемся немножко назад, поднимаемся по ступенькам и заходим вот здесь вот сразу возле этих ящиков, вот сюда в арочку. Здесь у нас внизу вон привидение, видишь? Надо туда прыгнуть, к этой решеточке, потому что здесь есть шипы опасные, которые могут тебя повредить. Разбиваем решетку, в дырку в потолке запрыгиваем, берем здесь монетку, спускаемся и бьем вот это привидение. Открывается потайная стеночка у нас здесь. Берем еще две монетки. И теперь нам нужно активировать шипы, чтобы они нас не сильно помяли. Ну, вот меня все равно зацепили. И выбраться. Вот для этого надо было отхилиться, чтобы если вдруг вас зацепят шипы или кто-нибудь из ботиков, которые здесь есть, из вот этих вот монстров, зацепит, чтобы вы не умерли. Разбиваем теперь вот эту решеточку и параллельно устраняем... Смотри, какой... Устраняем вот этих вот монстров, которые появляются. Когда разбили решеточку, берем вот эту монетку и идем обратно. Теперь нам надо с тобой запрыгнуть вот на этот карниз. Видишь, вот где ящики стоят, получается, вход сюда. Здесь вот запрыгиваешь, и тут лежит еще одна монетка. Все, забираемся теперь по вот этим ящикам вот сюда.
устраняем здесь появившихся этих животных, как это называют, зомби, во. С помощью факела открываем дверь. И забираем еще две монетки здесь. Вы можете еще открыть вот этот сундук, если планируете остаться на карте поиграть. Потому что там золото дастся, которое тратится в автоматах на карте для покупки всякого оружия. Разбиваем теперь шкаф. И тут у нас вон рыбки плавают, а сверху есть еще одна монетка. Нам нужно разбежаться и через shift здесь запрыгнуть. У меня не получилось с первого раза. Опять не получилось. Что-то не везет. Во, все. Подобрал. Отлично. Теперь мы возвращаемся чуть назад. И здесь вот, где мы поднимались по ящикам, по вот этим вот, здесь наверху тоже есть пролом в потолке. Запрыгиваем сюда. Еще раз запрыгиваем. И... да ну цепляйся ж ты. И забираем здесь еще одну монетку. Уже вон 80 косариков опыта есть, при том, что мы еще даже не закончили. Теперь разбегаемся и с помощью шифта тоже запрыгиваем вот сюда на карниз. Здесь у нас ждет босс. Босса надо завалить. За него тоже дают опыт. И забрать эти монетки. Босс периодически спавнится. Если вы хотите полутать на нем опыта дополнительно, просто можете здесь оставаться и ждать, пока он заспавнится, потом его устранять. Давайте парочку боссов сейчас завалим. Вот. Оп, и еще раз устранили. В общем, можно периодически... периодически можно боссика этого убивать. Смотри, какой стойкий попался. Вот, можно здесь внизу бить вот этих вот мобов, которые появляются. Они спавнятся довольно быстро внизу. Можно вот так вот просто стоять. И когда они спавнятся, их убивать. За это тоже дается опыт. А можно вернуться на карту и на карте еще поиграть хотя бы 15-20 минут, чтобы активировать дополнительные бустики к опыту, которые чуть-чуть позже включатся, и залутать максимальное количество опыта. Здесь можно устранять вот этих вот животных. За них тоже дают опыт. Плюс есть задание на устранение 5 рапторов. Где у нас еще там рапторы есть? Вон один. И еще одного надо устранить, и будет выполнено задание. За задание тоже насыпают дополнительный опыт. Оп, видите? Плюс, есть задание срубать деревья. Нужно срубить 15 деревьев, и тогда тебе дадут дополнительный еще опыт. Вот, и когда срубаешь 15 деревьев, тебе насыпает еще от несколько тысяч опыта за выполнение этого задания. То есть можно просто бегать, лупить динозавров, срубать деревья, открывать аирдроп. Там наверху есть лягушки, за которых тоже дается опыт. Вот, и таким образом лутать опыт. Либо можно просто остаться, например, на какой-нибудь возвышенности, вот типа вот такого вот столбика, чтобы до вас не могли достать динозавры. И посидеть, просто подождать, пока начислится максимальное количество. Вот у нас осталось, сейчас мы 26,5 минут только на карте. Вот, давай еще посидим немножко, посмотрим, какой бустик включится. Опа. Динозавр завалил дерево. Офигеть. Так, ну что, друзья, побегал чуть-чуть, пострелял по динозаврам, чуть-чуть порубил деревья, просто пооткрывал аирдроп, и посмотрите, уже 200, вот, почти 230 тысяч опыта у меня есть. Сейчас включился бустик, когда проходит таймер на экране, включается буст к опыту. И очень даже не слабо насыпает, как видите. Вот, все, на этом буду с вами прощаться. Мы с Максиком будем с вами на этом прощаться. Карта балдежная просто. Очень не скучно тут проводить время, когда ждешь, пока закончится таймер. Просто есть чем заняться, как минимум. 244 тысячи, очень крутой результат. Для того, чтобы у меня мгновенно, как я начал лутать опыт в подземелье, выключился буст. У меня все это время без бустика насыпал опыт. Вот, и такой результат просто космический для этого сезона, для карт на опыт. 245 тысяч. Супер. Если вам зашло, ребят, если вы смогли пофармить опыт и вам помогло это немножко прокачаться, поставьте лайк, напишите комментарий, сколько опыта залутали вы, и не забудьте подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр, всех обнимаю, пока.